Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Продолжаем играть Call of Duty Modern Warfare 2. Так, продолжаем игру. Господи, это что? Из советского телевидения взято, что Амер брат система экранного оповещения. Ну и о чем же ты оповещаешь? Да ё-моё, как ты выбешиваешь. Оповещение. Система экстренного оповещения. Не понял, что это за система экстренного оповещения была, конечно. Ну да и бог с ней. Ну, кто мне расскажет, что здесь случилось? Пистолет. Оп. Оп. А зачем я поменял? Вот так вот. Все нормально. Что случилось? Что-то война какая-то, что ли тут? Вас понял, конец связи. Слушайте, зона эвакуации под обстрелом. Нам нужно выиграть для них немного времени. Вон оно что. Захват. Вон той цитадели. Кстати, муторная миссия такая. В том плане, что сейчас запаримся бегать. Ой-ой-ой. Бежим, бежим, бежим. Ага. Следуйте на запад к указанному зданию. Оказываем поддержку. Господи, что-то я как-то быстро добрался. А, ну правильно, я ж на среднем играю. Давайте переждем. Ой-ой-ой. Быстро добрался. Так, ну проходи, проходи. О. Где ты? На! Спокойно, спокойно, тихо. Так, сохранено. Не вижу. Так, восполнили. Можно обратно. Прикрываю. Рамирес, это я, да? Я прям вижу, как ты там сидишь. На. Как ты туда убежал? На. Да стой ты. Сейчас восполню все. Вот так вот. Это хорошо, что восполнение здесь происходит. И гранаты, патроны.
всего-всего. Кто ты там? Давай, проходите, проходи. Вражеский огонь в секторе 1 Альфа подавлен. 2-1, принято. Оверлорд, на связи Хантер 2-1, главный. Понял, 2-1. Куда нам? Доброй охоты. Давайте сюда. Хантер 2-1, внимание, противник в юго-западной части на 5-м этаже обстреливает точку эвакуации. Отбой. Сейчас мы ликвидировать будем эту. Мы немедленно отправляемся на 5-й этаж. Отбой. Где ты? Ну, проходите. Почему, блин, я их бью, а вы их не бьете? Так, спокойно. Кто еще остался тут? Группа вражеских стрелков ликвидирована в секторе 4 Чарли. Тихо, пополнение. Пополнение, пополнение. Продвигаемся к юго-западному углу. Опа-ни. Вот они. Следите за своими секторами. Проверьте углы. Тихо. Скольких я там повалил? Аккуратненько, аккуратненько. Где еще? Где? Кто еще тут остался? Всем хантерам вижу логово неприятеля в юго-западном углу. Вперед, зачистить его. Ну, аккуратней. Ну давайте, заходите. Оверлорд, это Хантер 2-1, главный. Захватили логово неприятеля на юго-западе. Оверлорд, вас понял. Точку эвакуации у монумента Вашингтона покинуло несколько транспортов, но они под угрозой. Можете их прикрыть? Прием. Сейчас точно. У нас тут куча вражеских боеприпасов. На. Подождите. Сейчас, минутку. Вот здесь вот еще поставлю одну. Давай, давай. Да, думаю, хватит. Ага. Ну что ж, взять. Так, джевелинами. Подождите. 80% боевых единиц. Запрашиваем немедленный снайперский огонь по неприятелю к западу от монумента Вашингтона. Прием. Хантер 2-1. Первая пошла. В вашу сторону направляются значительные силы пехоты. Вторая пошла. Давай. Бэттеры теперь.
пошла. Ну тихо ты. Ой-ой-ой-ой. Что мне там надо? Уничтожить вражескую технику с помощью джавелинов. Ну, уничтожаю. Да. Надо успеть зажечь зеленый огонь. Противник. Все. Мы на крыше. На меня вертолет приземлился. Ну на кого не падал вертолет, правильно? На всех же падал. Вот он. Поехали. Еще кто остался? Блин. Берите только тяжело раненых. Оверлорд. Катер 2-2 подбит и теряет высоту. Кого тут долбить-то? Давайте. Всех сейчас расхреначим. Жмите на гашетку до тех пор, пока всех не выходит. Атлас 2-3-2-4-2-5 биты. Всем наземным войскам у 4-й площадки немедленно отступить. Вооруженный вертолет прямо по курсу военного габариала. Это Атлас 2-5, уже не высадили. Блин. Как вы туда забрались? Или вы думаете, что вы там целыми останетесь? Это же бред. Встать на вышку, с которой никак уже не уйти. Блин. Давай, как можно больше их. Давайте. Пора падать. Сейчас соломку подстелю, чтобы помягче было. Ой-ой-ой. Столько людей в здании, да быть не может. Ее проще взорвать было бы. И бамк. Ожидаем. Куда я против целой армии-то попёр? Выходи, выходи, давай. Ну, быстрее. Давай, 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 блин. Да последний, какая разница, ну давай. Все равно нам здесь подыхать. Поэтому хоть последний, хоть предпоследний. Разницы-то никакой нету. Меня уже отсюда не вытащить. Итак, опять эта медалька, черепушка. СГТ система. Соединение установлено. Камчатка, что ли? Что-то понятно. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. С возвращением, капитан.
Ну, Россия, какая-то Камчатка. Этот мир превращается в настоящий ад. Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись. После этого Макаров атаковал США. Следующий этап — мировой пожар. Что ты мне передаешь? Ничего страшного. Потушить горящую нефть, сэр. Обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори ерунды. Да ты послушай, что он предлагает. Ты готов сделать то, что нужно для победы? Всегда готов. Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Ой. Эту войну надо закончить сейчас. Эти это ракеты не должны Прайс. Покинуть. Это приказ. Лодку-то. Ты... Кажется, связь оборвалась. Вот так вот. Вот и поговорили. Прайс, я еле вижу парашют Роуча. Слишком сильные помехи. Вы его видите? Прием. О. Так точно, Соул. Хорошее место, мне нравится. Кажется, он цел. Идем к базе подлодок на северо-запад. Вас понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Поехали. Роуч, со мной и не высовывайся. Контакт. Патруль противника 30 метров прямо. Терпение. Не делай глупостей. Надо снять их всех одновременно. Ну тогда подождите. Домой. Прячься. Пропустите их. Давай. Поехали. Знаю. Тренировался на досуге. Так, теперь там на мосту поди еще есть. Есть? Давай, бежим, бежим, бежим. Сюда. Сейчас типа едут обратно еще. Я так думаю. Соу, мы остались без разведки. У противника есть ЦРК. Так точно. Вы уже нашли транспорт? Работаю над этим. Отбой. Ух ты. Сваливаем. Так я-то бегу. Правда, он у меня с передышками бегает. То ли курит, то ли спортом не занимается, не знаю. А кто пройдет? Пропустите их. Похоже, они нас ищут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как бы это нам не огукнулось. Так, тут где-то тело с собакой должно быть. Патруль с собакой. Вот и я тебе говорю, что тело с собакой должно быть где-то. Красиво. Патруль, трое впереди. Прикончи их или обойди, выбирай сам. Конечно, прикончи. Подожди. Я знаю, а ты-то что делаешь тогда? Если я все сделал уже. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, бомбу главное не кинуть сейчас. Только глупо будет. Так, еще. Большой патруль на 12. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Вот так. Хорошо.
на собаку в первую очередь, потому что я не хочу от нее потом отмахиваться. С двумя собаками. Есть один. Так, пора менять. Штуцер. Ну тоже вроде неплохо, но он мне сейчас не понадобится. Вот так. Ничего, что вы двоих потеряли и не заметили даже. Все, там не надо, нам сюда. Поднимаемся. Поехали. Беспилотник с ракетами воздух-земля уже вылетел. Тут где-то пулемет должен быть. Вот. Мне... Ага. Это мои. Предейтор сбит. Как это? Еще не начали, а уже сбит. Ну давай. Давай. Как вы после пулемета еще с ранением не можете жить? Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте. Спокойно, подождите. Где-то он наверху был. Давай. Заходим. Некогда сиськи мять. Сейчас они... Сами завалят там кого надо. Ой-о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 й. Ого-го. Сколько тут осталось вас еще? Бля. Надо вертолет вообще уничтожать в первую очередь. Да. Блин. Хорошо. Раз пошла такая пляска. Вот так.
Пошли, 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 пошли. Давайте сейчас бахну. Мод убили. Вас убил. Точно, мы за завшиной игре сейчас прятаться. Давай тогда. Отправляем эту ракету. На. Старался. На. Где? Открываем чемоданчик. Вот. Смотри, куда стреляешь! Группа цели уничтожена. Молодец. Я старался. Давай, 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 давай. Бежим. Обеспечьте оборону. Хорошо. Подготовка ракет. Ждите. Ракета воздух-земля готова. Техника на востоке. Нужен беспилотник. Сейчас. Блин. Где ты? Ракета воздух-земля готова. Рейдер сбит. Блин, вот так вот. Давай. Блин, мне бы поменять. Давай. Подожди, я должен успеть. Давай, 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 давай. Я успел, не успел? Ну, вроде как успел. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Пока!